Бескомпромиссная борьба, которая принесла не только медали, но и государственные награды. Президент сегодня встретился с национальной командой по тяжелой атлетике. Поводом стало успешное выступление спортсменов на недавнем чемпионате Европы. В Грузии белорусские тяжелоатлеты завоевали 19 медалей. Это принесло серебро в общекомандном зачете. Александр Лукашенко подчеркнул, тяжелоатлеты – люди не публичные, но при этом регулярно завоевывают медали на самых престижных соревнованиях. Так что страна гордится каждым из присутствующих в зале. Вы молодцы, вы выигрывали, вы боролись. Самое главное, что боролись. И у вас почти не было неудач. Почти. Тренеры молодцы. Они четко планировали подходы каждого спортсмена. Вы знали, на что способен спортсмен. Но не скажу, что вы на 100% результаты показали. Но близко к этому. Это тоже очень важно. Поэтому я счел необходимым сегодня встретиться с вами, воочию вас поблагодарить. Откровенно говоря, слишком мало радости приносит в последнее время спорт белорусам. Хотя мне тут пишут и десятки медалей и прочее. Медали рознь, во-первых. Вид виду тоже рознь. Но тяжелая атлетика входит в ожерелье тех видов спорта, которые приносят славу. Это великий вид спорта. Выход на помост ответственен, но по накалу эмоций может вполне посоревноваться с получением госнаград. Звание заслуженного мастера спорта удостоилась Дарья Наумова. Медаль за трудовые заслуги отныне на груди Валерия Сизенка, старшего тренера-преподавателя Республиканского центра олимпийской подготовки «Стайки». Благодарности президента также объявлены спортсменам и тренерам национальной сборной.